У нас сегодня подают арбуз с корками. И сразу палевно, кто забрал весь арбуз. Ой. Да. Так вот, вот они так решили. Набираем овощей и арбуз. Это все, что хочется с утра. Больше ничего не лезет. Ой, нашли же там что-то. На девятке вообще огромное. О, она что, ускакала? Да. Смотри, значит, живая. Ну-ка, она что-то какая-то полудохлая. О! О! Все, поскакала. Сейчас в бассейн прыгнет. И будет у нас в бассейне жаба. Все. Ой. Хотим второй раз попробовать на пляж заходить. Сходить. Что, поедем, да? Ай, красавица. На пляж купаться будем? Да. Через волны прыгать будем? Садись. Смотрите, наконец-то мы нашли зелень. Он покатается по ходу, по окрестности. И вот продает. И вот это интересно, что такое лапша какая-то. Сейчас. Что возьмем? Ой, глаза разбегаются. Перцы у него тут есть. Смотри, кинзас. Ой, я хочу вот такое. И оно такое чувство, вот мытое, уже чистое такое. И огурчики, смотрите, вот такие маленькие. Вот тут вот продают рыбу. А сколько рыба? How much? 120. 120, вообще дешево. Мы вчера за 250 покупали. Что у них тут еще нет? А вот это how much? Вот нам. Ой, Маша, садись быстрее. Да он же видит нас тоже. Все, перешли улицу. Отдалёво. Вот пришлось купить лопатки. Еще и два набора. Купила маленький, не тот. Купила маленький набор, не тот. Пришлось купить большой. Просто Вовка редко что-то просит, поэтому я согласилась. Тут он сильно плакал. Ах ты засранец, ты такой, выпросил. В итоге Марта не играет с маленьким. Возьми маленькую свою лопатку. Она хотела за лопатки 250 бат. Я говорю, вы что? В итоге за 100. За какую? За эти? Да, а вот эти за 60 я взяла. Ну, ты что, Марта, тебе вот эту или тут? Ну вот, в итоге зря купили, блин, те. Ты забыла одну покупать. Ну, я не знала, что бывают большие. Такие волны, Катя где-то купается. Такой пляж. Дети играют. Я уже переживаю за тебя, ушла и не видно тебя. Все хорошо? Да? Дно почистили, кстати. Чистое дно. Разбовка тут у вас. Пошли? Пойдешь? Ну, пошли. Не хочу. Ну, ладно, мы
мокрый весь будет в песке, потом орать будет. Вот такую рыбу здесь продают. Вот мы заказали одну детям. Вот такая еще есть. Кажется, это скумбрия. Это чьи-то ребрышки. В общем, всякая дичь здесь есть. Ну-ка, возьми ее. Я сейчас не тушаться? Она сейчас хвост свой отбросит. Ты не знаешь это? Я знаю. Ее, по-моему, на нее кто-то наступил. Да. Жаль, Клима нет. Да. Чего ты не убегаешь? Беги. Давай ее куда-то. Можешь ее взять? Мне нож-то. Нож-то отломалась. Какая? Вот вроде это. Может, она только родилась? Да. И слабенькая. Давай ее в кусты. Сможешь взять? Я боюсь, блин. Вот. Все, спасаем ящерицу. Где кусты? Вон там. Что она может разбиться. Бери рюкзак. Где? Давай на улице покажем. Если потом мы рядом с домом. Странно, что она хвост не сбрасывает. А что там осталось? Кокос возьми. Короче, ай, она задвигалась. Ёпты-гы-тык, она даже перевернуться не может. Ой, походу она не жилец. Тут ее оставим. Вот я здесь. Ну, вон там оставила. Она двигается, но не повернулась. Но не может передвигаться. Кто-то на нее наступил. Пошли. Да. Я вот так через нее перешла, она была тут. Угу. Собака, он спит. Чудо какое, в магазине прям. Никто ее не гонит. Устала она. Причем они такие откормленные, им тут часто кидают. Вон она проснулась. Ой, ты такая несчастная. С Вовкой вышли погулять по ночному городу, так сказать. Вот купили. Ананасики купили и кокос. Я попросила расколоть, потому что самая вкуснятина внутри, и ее очень тяжело выковыривать. Здесь по соседству покупаем, и нам их раскалывают. Вот хочу купить кокосовую водичку в магазине. Хотя она здесь не супер дешевая, я вам скажу. Вовке так нравится здесь спать. Здесь уютно, прохладно, одеяло. Он постоянно даже днем соглашается спать, представляете? Хотя дома вообще ни в какую не заставишь. А тут, мама, когда мы будем спать? Да, Вов? Да. Почему тебе нравится спать? С тобой хочу спать. Айте, мое солнышко, такое чудо мамино. Кайла. Кай, Кайли. Вовка выбрал какой-то йогурт себе. Suspicious. Don't need. Okay. How much? Делкатишь? Марта сама ешь, вот не хочет уже есть и начинает всех кормить. Я не хочу. Вов, вот зачем ты два открываешь? Понравился тебе? Мне понравилось. Мне нравится, что у них теперь есть.